Пещерная часовня Архангела Михаила находится на окраине города Родос, у дороги, ведущей в аэропорт. Часовня устроена у места обнаружения иконы Архангела Михаила, покровителя островов Додеканеса. Все обустройство сделано и поддерживается силами и на средства местных жителей, и это яркий пример народного благочестия. Официальная церковь не имеет к часовне никакого отношения. Но святость этого места и почитание его весьма велики, и днем и ночью множество людей останавливается у часовни для краткой молитвы. Много народа собирается здесь 8 ноября, в праздник Архангела Михаила.